Казахстанские военные укрепляют сотрудничество с коллегами из стран СНГ. В частности, речь идет о мерах доверия и взаимном сокращении вооруженных сил на границах. Эти вопросы стали основными в ходе регионального семинара по выполнению Шанхайского и Московского соглашений. Помимо нашей страны, в международной встрече участвуют представители оборонных ведомств Кыргызстана, России, Таджикистана и Китая. В рамках заключенных ранее соглашений партнеры обязаны обмениваться военной информацией по количеству личного состава и техники. Все это делается для того, чтобы стабилизировать ситуацию на приграничных территориях. Та информация, которой мы обмениваемся в течение года, она потом подтверждается взаимными инспекциями. И по результатам вот уже с 2000 года ни одна из сторон не нарушала данное соглашение ни по проведению каких-то внезапных учений, ни по нарушению превышения личного состава техники вооружения.